В последние летние такие теплые дни в Центральном парке организовали фестиваль русской культуры, приуроченный ко дню города. Он стартовал 28 августа. Покормить гусей и овец, освоить ремесла наших предков, научиться орудовать вилами, закупиться на сезонной ярмарке, выпить горячего чая из настоящего самовара, запечатлеть себя в исторических фотозонах, посмотреть выступления творческих коллективов – все это возможно в парке в течение 4 дней. Кроме того, для жителей и гостей округа организовали кинопоказы под открытым небом. Это один из вариантов приятного времяпровождения на свежем воздухе. Надеет мое заклятие. После Иванова дня твердыня рухнет. Как же мы без твердыни-то? Не забыли также про умников и умниц. Для них устроили мозгобойню с патриотичным названием «Сделано в России». Итак, как вам кажется, что же исчезло из этого кадра? На протяжении всего фестиваля волонтеры принимают гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей. В парке организован пункт сбора. Народные традиции – великое наследие. Соблюдение обычаев укрепляет культурную самобытность и помогает почувствовать связь с предками. Так и задумывался этот фестиваль. Мария Синина, Игорь Поляков, Владислав Реус, София Безнесова и Елизавета Плужникова. Щелковское телевидение.